Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас наконец-таки долгожданный видеоролик, который посвящен гонке вооружений. Сегодня мы сыграем на довольно-таки интересных вооружениях. Это Твинс и Рикошет, это те вооружения, которые вы хотели видеть. В комментариях под данным видеороликом, вернее под предыдущим видеороликом, вы написали довольно большое количество комментариев. Вы написали много интересных, замечательных вооружений, которые вы бы хотели увидеть, но большинство игроков и людей вообще, которые писали данные комментарии, хотели бы увидеть Твинс и Рикошет. Сегодня потестируем данные два вооружения после двух матчмейкинговых каток, как всегда. Выскажу свою какую-то точку зрения, что касаемо устройства Твинс у нас, который без сплэша, со стабилизированной плазмой, вроде как, как-то так устройство называется. Рикошет у нас с берсерком, это то самое устройство, которое при убийстве противника, то есть при уничтожении одного танка, восполняет полный баллон тебе самого рикошета. Посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, то, что вам данный видос понравится. Ну и не забывайте то, что как только на данном видосе набирается 150 лайков, то мы сразу же записываем следующую часть. Артемочка уже здесь. Артемочка может тоже поздороваться. Конечно же, он неизменен. Я забыл совсем его представить. Тот самый лучший игрок матчмейкинга сегодня мне будет противостоять в лучших традициях. Всем привет. Я уже думал, ты так и будешь сидеть молча. Ладно, что касаемо каток, мы пикаемся, конечно же, в контроль точек. Потому что если мы будем там смотреть на данные два вооружения там в захвате флага, либо в каком-нибудь штурме или регби, это будет как-то неполноценно. Ну и что касаемо корпусов, кто не знает, используем хорьки и дроны, конечно же, самые лучшие, сочно аппетитно нагибаторские защитники. Катка уже есть. Артемочка начинает на чем? Артемочка начинает на рикошете. А тут бойня. Добрый вечер, Артемочка. Как дела твои? Так, я с дальности возьму. Как у тебя? Никакую дальность. Блин, у меня, кстати, со вчерашних голдов еще осталось вооружение. Блин, жалко, обидно. Я бы хотел, чтобы у меня, конечно, сейчас что-нибудь другое было. А не вот эти вот нагибаторские резисты. Ну ладно, сейчас я быстро переоденусь. Что вообще думаешь по этому поводу, Артемочка? Как думаешь, сегодня шансы у тебя есть хоть на победку какие-то минимальные? Все. Или сегодня вообще без шансов, ты сейчас просто в одну калитку сольешь и все? Изи для меня. Изи для тебя? Опять или ты как всегда сейчас изи-изи, а потом будешь говорить, да что-то пушки какие-то плохие, что-то не то идет там. Все дела, как у тебя всегда да, бывает. Да, мне бесит. Уже нагибают, да? Не, ну вооружение, конечно, не самые приятные, сразу скажу, для бойни. Здесь не совсем будет просто играть на рикошете, на твинсе. Карта довольно-таки большая, плюс эти устройства рассчитаны на средние и маленькие карты. Плюс еще против есть нагибатор один, который играет на супер-мега-крутом устройстве Гаусса, который отключает расходку. Тоже немножечко здесь нервов, я думаю, что сумеет данный персонаж потрепать. Но, в общем и целом, я надеюсь, то, что изначально нам было бы неплохо отдавиться от респа, начинать забирать точки, и там уже в дальнейшем, я думаю, что пытаться выигрывать данную катку. Я буду, конечно, пытаться сейчас контрить вот этого мамонта, потому что я думаю, что он меня будет бесить, как не знаю кто. Точки, да, он меня только целит. Ну, меня тоже только что пытался там уже сфокусить, мне просто прилетело еще урона дофига и больше. Ладно, попробую сейчас по правому флангу, у меня уже овер есть. Артемочка, я так понял, свой овердрайв уже просрал, или у него еще не было? У тебя не было? Еще не было. Офигеть, ну ты так медленно бьешь килы, что ты так... Что-то медленный ты, Артемка. Что с тобой случилось? Бойня тебя немножечко удивила? Все нормально, не нервничай. Нервничаешь? Все хорошо. Главное, чтобы у тебя сейчас килы пошли. Не забывай, братик, что у тебя устройство, которое восполняет после кила баллон. Не стреляй, а, по... Да? Не стреляй по приколу, блин. А, если ты по приколу там решил пострелять чисто там одному, второму, третьему, потом у тебя баллон закончится, и ты будешь сидеть без баллона своего. Поэтому там смотри, аккуратно играй. Более грамотно в этом плане. Ты можешь вообще с вечным фул баллоном кататься, если будешь правильные килы делать. Видите, я решил ему напомнить. Как и знал, что он, как всегда, все забудет. Да, Артемка. Я не знал, что оно так работает. Я взял устройство, которое даже не знал, как оно работает. Как работает устройство, да? Ну что, мяса? Ну, идиот. Не, ну тяжело, тяжело, соглашусь, играть против этого устройства, когда он еще играет на каком-то жирном танке и... Защитник. Ну, немножечко, немножечко, совсем чуть-чуть недолюбливает нас, когда это, ну, перерастает в более глобальные проблемы и
против этого устройства довольно-таки тяжеловато становится играть. Но я думаю, что нам это не станет какой-то помехой в данном бою. И мы сейчас сумеем, как минимум, его здесь выиграть. Артемка уже прожал второй овердрайв, а у меня только-только он восполнился. Да, как да, такое да, может быть? Или ты его с земли подобрал? Куда ты его взял? Или у тебя накопился? Я безумный был. У тебя только что был овердрайв на танк. Ну, не знаю. Ладно, все хорошо. Блин, Гаус меня бесит вообще по-дикому. Гаус готов развалить. Ладно, прожимаю овер. Сейчас попытаюсь тут 45 миллиардов танков слить. На своем супер-мега-крутом принте. Ну, да. Посливал? Супер! Найс. Меня просто Гаус взял, отключил расходку и сразу мясо меня добило. Ой, как же неприятно, когда этот гибаковский Гаус вырубаете. Вот что, как контрить, Артём? Вот расскажи, как контрить этот Гаус? Как? Вот что ты сможешь с ним сделать? Лететь надо здесь. Просто текать с городу, что ли, от него, или что? Как вот избежать того, чтобы он тебя просто стопил? Ну, я бы его на ходной подвиге хотя бы зажимал бы советки. Не, ну это понятное дело, попалось. Что если ты возьмешь пулемет, и будет у тебя в этом плане попроще. Но вот если у тебя вот такая вот ситуация, ты играешь на хоре рикошете, у тебя есть на здоровенной карте Гаус, который отключает тебе расходку. Твои действия, что тебе надо делать, чтобы он тебя дико жестко не нагибал? Текать. Играть максимально аккуратно и смотреть перемещение данного Гауса, все верно? Ну да, правильно перевел. Все верно. Только есть одна проблема, я прожимаю овер, а этот дурачок уже в меня сводится. 0 хп у него, блин, все, расходка ушла. Ну ё-моё, ну это просто жесть, у меня же даже потихо изгорать начинает с того, как он рубает мне всю расходку. И я почему после этого ничего не могу сделать. Мы Артёмка катку как бы сливаем. Ты так там меня... гонка вооружений, но не забывай, что можно-то и выигрывать бои, а не просто сидеть, пытаться там что-то опыт давать. Давай-ка на победочку тоже катаем. Я на своем твинсе тут. На такой карте это, конечно, просто печаль. Фейл, просто фейл. Это бред. Еще и расходку мне отрубили. Я в шоке. Не знаю, как на первом месте пока что иду. Но желательно было бы сейчас еще чуть-чуть поагрессивнее, чуть поагрессивнее. А уже не на первом сейчас будет, что ли? Да, ты кто? Ты что ли меня обгонишь? Ты меня обгонишь? Да ты кто такой, а? Ты меня обогнал, Артемочка. Хотя, а что ему, блин, надо? Взял он мне расходку, отрубил, я понял. Так, а где он, кстати? А он есть, походу, не убил. О, молодец. Я все делаю, как всегда. Молодец, Артемочка. Ну не зря же ты называешься лучшим игроком матчмейкинга. Зависа! О, да, минус танки. Ты же лучший игрок матчмейкинга, не я же. Я так. Чисто нубасик на баночке, который играть в эту игру почти. Баллон закончился. Не умеет. Баллон закончился. Я же тебе говорил, что на килл. Да ты всех убил! Ой-ой-ой-ой, давай, мой твинсик, стою просто, напуливаю. Такое ощущение, как будто с тяжелым этим устройством играют, где твинсы медленно летят, а это даже твинсы еще и которые, как бы, по идее, должны нормально лететь. Но на расстоянии это все выглядит очень-очень печальненько. Ну ладно. Катку выигрывать начинаем, к слову. Надо Артемка дожимать. Времени мало осталось, надо дожимать, надо не сливать этот бой. У нас третья точка уже уходит. Там, ну, дебил, скептик еще. Отводи, чему? Скептик там пытается еще развалить кабины. Ну. Так, 25 секунд до конца. 25 секунд до конца. Давай. Быстро. Точки. Артем, точечка. Да. Так, этот уходит куда-то в другую сторону. Так, твинс там в минусе лежит. Я прожимаю овер. И пытаюсь накидывать. Мы уже сливаем. Артемка. Ну, хоть бы ко мне в центр подъехал бы, помог. Ну, что ж ты за друг-то такой хороший. Так, что касаемо опыта. Артемочка, конечно, по киллам дал побольше, по опыту дал поменьше. 55 очков разница. Теперь мы меняемся вооружениями. Что скажешь по этой катке вообще, Артём? Здесь довольно тяжело было. Довольно тяжело за счет того, что нагибал этот самый Гаус. На таких больших картах, на хорьках, довольно тяжело что-то с ним делать. То есть за счет того, что вы играете на легком корпусе, вам тяжело что-то вообще противопоставить мамонту. Да, то есть если вы бы играли на викинге каком-то, условно, вы бы не успевали сливаться, да, вы бы успевали после кулдауна опять прожать расходку. Но так, когда у вас не такая совсем большая карта, вернее, наоборот, большая карта, а вы играете на легком корпусе,
то у вас не так все хорошо в этом плане получается. Ладно, запикивает нас на перекресток. Ага, понял. Угу. Я пока зашел, ты уже тоже. Да, и пока ты зашел, я уже крит ошибку получил. Поэтому я быстро обновляюсь. У Артемки сейчас шансы появляются. Но вот это уже средняя карта, на которой, по идее, на таких вооружениях можно давать порядка где-то 700 опыта. Кстати, а что было по резистам от рикошета в предыдущей катке? От меня, если я не ошибаюсь, там один рез был. И то он брался где-то посередине раунда. Не услышал у меня этот звук, был печальный. Я не смотрел. Не смотрел? А сколько тут у тебя резов? Один. Так, у меня тут два. В принципе, ничего страшного в этом нету. Главное находить киллы, которые едут на меня, которым я могу просто урончик накидывать, и чтобы у меня баллончик был постоянно. Что касаемо вооружений, друзья, то я надеюсь, то, что по данным видеороликам вы также предложите довольно большое количество интересных сетапчиков, которые вы хотите посмотреть, чтобы мы пообозревали, чтобы что-то рассказали, возможно, какие-то определенные устройства потестили, да, вооружений довольно-таки много, которых мы не рассматривали в рамках гонки вооружений, поэтому ждем их в комментариях под данным видеороликом, дабы уже потом полноценно иметь представление о том, какие вооружения вообще тестировать, на какие больше обращать внимание, на какие меньше обращать внимание, поэтому... В этом плане у меня огромнейшая просьба к вам, чтобы вы свои вооружения, которые вы бы хотели бы посмотреть, обязательно указывали в комментариях под данный видеоролик. Так, остается 5 минут до конца. Кто-то тут прожал овердрайв. Ну и я, конечно, этим могу здесь воспользоваться на своем титанчике. Друг ты мой хороший, можешь просто лететь на респик. Блин, рикошет по 700, по 700 кидает за один шарик. Офигеть. Как я давно на рике, кстати, не играл. И то постоянно мы играем на этих пулеметах, на жигах. Я уже даже, честно говоря, и забыл, что есть такой рикошет, который с одного шарика с овердрайвом по 700 урона наносит. Это просто жесть какой-то. Если его в этом плане сравнивать с тем же вулканом, то я думаю, что может быть даже рик быстрее будет сливать противника, не знаю даже. Артемочка сидит молча, просто потеет. Он даже, да. Знаете, как, когда ты держишь статус лучшего игрока матчмейкинга, ты думаешь такой, так, главное сейчас не обосраться, лучше я сейчас посижу тихо, но запотею и обгоню этого нубасика. Поэтому пока что у него особо ничего не получается, я его пытаюсь как-то отвлечь, но он вообще не отвлекается, Артемка. Одни пулики надо отпугивать. А ты до сих пор катаешь без резиста от пулика в матчмейкинговых боях? Залохи на пуликах, как это. Ты что, гонишь? Я всегда играю с резом от пуликов в последнее время, так точно. Этих пулеметов везде, дофига и больше. Так, хорошо, меня здесь тип не слил, все хорошо. Так, катку мы ведем. О, чего, да, на лох. Неплохо. 5 тридцов, 10, вот, пятый. Неплохо, одного слил. Вот завис. Спасите лаги. Друзья, кстати, напишите, что касаемо лагов. Вам бесят вообще лаги в последнее время или нет в игре? Часто вы их встречаете? Вот сейчас у меня, конечно, беда. Впервые я остался без баллона. А, изи катка. Артемки фражочек забрал, чтобы баллон мне восполнило. Ну, извини меня, друг, я играю на твинсе. Ой, не на твинсе, а на рикошете. И мне здесь как бы с берсерком нужен килл постоянно. Если я килл не даю, то я сижу без баллона, а без баллона... На таком вооружении сидеть, это, как говорится, очень-очень-очень печально потом. Самой что же с идиотин. Что-то Артемка сегодня очень жестко хейтит все. На всех ругается, на всех обзывает. Надо убили, снова! Смазка кого-то убили. Еще этого забили. Ох уж эти нервишки, когда не идет игра. Артемочка! Текай с городу, Артемка. Да. Что по когда опыту, первый, братик? Когда второй раз выиграл. А Фокус. Что у тебя по опыту? Как дела? Все хорошо? А где лучший игрок матчмейкинга? Я не вижу. На карте он вообще или я его потерял здесь? Алло. В предыдущих катках лучший игрок матчмейкинга. В предыдущих? А как только пулемет заканчивается, так сразу лучший игрок матчмейкинга заканчивается с ним же, да? С этим пулеметом вместе в один тайминг. Да. Я так понял, да? Или что? Просто не идет.
Ну, блин, извини меня, друг, надо уметь играть не только на двух пушках в игре в матчмейкинге, надо уметь играть... Тут ботов, тут просто везение даже от килла. Что тут уметь играть? Не, смотри, а ты в двух катках делаешь киллов больше, чем я, но по опыту у меня больше. Точки держишь лохотно. Ну, значит, да, значит, я играю чисто на захват точек. А ты играешь на что? На респ. Я думаю, ты играешь просто на свой респаун. Чисто пореспиться решил по приколу, и все. Ладно, давай, я сейчас быстро пару-тройку киллов еще дам, овердрайв все-таки имеется. Блин. Ай, ушел! Хорош. Одна минута, блин, вот сейчас я бы еще бы где-то 150-очку бы поднял бы, и был бы вообще замечательный. Такой отрывчик был бы, шоколадненький, красивенький. Можно было бы потом Артемку еще потроллить. Че не стрелять? Ну ладно. Овер нашел на вики. Артемку пока чуть-чуть везет. Чуть-чуть везет, что отрыв 100, а не 300. Надо. Знаешь, чувак, теннис-то продавливается. Я ждал, что ты скажешь в этот момент, в школе расскажешь. А ты что-то решил на другую тему сразу зайти. Блин, Артемка там потеет, овердрайвы жмет по КД, думает, ща пойдет, сейчас добазарится этот недо нагибатор. Давай, Артемка, старайся. Все шансы у тебя есть еще на победу. Да ты не скажу. Да, давай. Я помню, мы записывали прошлый видос, ты тоже говорил сначала, что одно вооружение говно, потом говорил, что другое говно. Берите твитсер, Каша, не говорите только говно. И в итоге ты говорил, что ничего не рулит, и надо играть только на пулике своем любимом. Это я уже... Ух! Ты бы видел, что сейчас произошло. Ты бы видел, что сейчас произошло? Лучше я, короче, будет. Сливаю Титана с Маку, а она с подрывником, и меня просто откидывает вниз в минус. Если бы сейчас бы время закончилось, это была бы просто беда. Короче, друзья, что я могу сказать? Что касаемо гонки вооружения, Артемочка сегодня, как всегда, сдает позицию. Он сразу сгорел, сбомбил и понял, что сегодня в очередной раз не его день. Но что касаемо данных двух пушек и устройств, то я вам могу сказать, что они... сейчас находится в хорошем балансе. И если у вас, например, там нету сейчас никаких ЖИК, никаких пулеметов, и если вам не нравятся эти пушки, а нравится, например, рикошет, нравится, например, твинс, то вы можете смело их брать, например, на харьке, например, на даже том же викинге, и играть на данных пушках в матчмейкинге. Что касаемо рикошета, я неспроста сегодня брал рикошет с берсерком. Я считаю, что на данный период времени в матчмейкинге на рикошет лучше устройства нету. Ну а что касаемо твинца, да, можно здесь поэкспериментировать где-то на большой карте, например, такой как бойня, да. Можно взять ускорители плазмы, то есть это твинс на дальность, но с этим у вас есть самоурон. То есть если вы в упоре будете потом наносить урон, вы будете по себе дамажить. Но его также можно использовать и даже на средних картах, просто надо играть уже с большей осторожностью, но это как бы не меняет физики чересчур сильно твинса, и он также продолжает дамажить довольно-таки жестко и, соответственно, нагибать любого противника. Ну и что касаемо резов, сейчас, да, если акцентировать внимание на этом, в матчмейкинге не имеется большое количество резистов от данных двух пушек, поэтому если они вам нравятся, если вы думаете, например, покупать мне или не покупать, то смело можете использовать что твинт, что рикошет, но как по мне, если уже выбирать из данных двух пушек одну, то я бы, наверное, таки на данный период времени выбрал именно рикошет. С берсерком он в матчмейкинге смотрится очень жестко, и я уверен, что на нем, если постараться, можно даже пытаться набивать там 700-800 опыта каждую катку без особых проблем. Конечно же, это все с защитником, например, на том же харьке, да, то есть если не использовать тот же защитник, использовать, либо играть без дронов, то понятное дело, что вы не сможете чересчур долго жить, соответственно, опыта будете набивать уже меньше. Ну а что касаемо вообще данного боя, вы можете также комментировать, вы можете свое мнение по этому поводу тоже высказать в комментарии по данным видеороликам. Напомню, также указывайте вооружение, которое вы хотите увидеть в следующий раз. Ну и также, друзья, не забывайте прожимать лайк данному видеоролику, подписываться на канал, подписываться на данный канал, подписываться на канал Артемчика, которого ссылочка тоже будет в описании. Да, Артемочка? Да.
Артемочка, все, он уже в Тильтостан улетел, просто думает там, блин, опять я проиграл, что делать, больше не буду записывать видосы с этим. Ой, боже, ну, бом, все, ничего не идет, всем пока, я ничего не могу тут сделать. Ну вот как-то хватит так базарить у нас сегодня, друзья, получилось. Всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Много базарыч. Пока. Пока! Хоть скажи пока, ну бас. Давайте, удачи, друзья.